Ровно год на страже интересов молодого поколения. Зауральская молодежная общественная приемная Путина отметила свой первый день рождения. За прошедшие 12 месяцев активисты провели 20 приемов и помогли больше сотни молодых людей. Стабильно около 35% обращений решаются положительно. Возраст обратившихся от школьников 14 лет до работающей молодежи 35. Трудоустройство, улучшение жилищных условий, материнский капитал. Основные проблемы, в которых трудно самостоятельно разобраться курганской молодежи. Одни вопросы руководители молодежной приемной решают незамедлительно, а другие, более сложные и глобальные, выносят на заседание молодежного правительства или обращаются за помощью к депутатам городской и областной дум. В дальнейших планах активистов общественной молодежной приемной – организация онлайн-трансляций приемов во все районы Заурале. Яркие примеры, конечно, есть. Это и получение детьми-сиротами квартир, освещение дороги до общежития на Увале. То есть это примеры есть, но много работ, которая ведется постоянно. То есть это и трудоустройство, работа, образование. В этом направлении партия «Единая Россия» будет двигаться дальше. Вот мы сейчас намечаем ближайшую перспективу, отдаленную перспективу работы. Мы в рамках политсовета партии «Единая Россия», молодежное крыло, молодежное направление будет очень сильно поддерживаться и будет дальше набирать свою силу.